Граффити с благодарностью врачам за их труд красуется на стене здания на улице Кирова уже не один месяц. Автор рисунка – студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Александр Козырев. На создание арт-объекта ушло 5 дней. Процесс был разделен на несколько последовательных этапов. Закончили фон, то есть уже перешли потом к врачу. Все выполнялось с кисточками, аккуратненько делалось. Не баллонами, баллоны были только вот на надписи. Ну и завершающую стадию надпись как раз делали. Вот, они уже баллончики красились. Ну и потом еще все маркеры отвести, обводили. Теперь граффити может получить не только признание горожан. Оно оказалось в числе финалистов конкурса стрит-арта Приволжского федерального округа. Александр Козырев признается, в такой технике рисовал впервые и больше рассчитывал на успех другой своей работы. Я вот на конкурс представил 2 работы. Первая — это врачи изображены как супергерои. Вот. Но я почему-то думал, что именно она станет... Ставка на нее была, что она победит, вот, но выиграла это. Очень приятно. Итоги конкурса стрит-арта Приволжского федерального округа подведут 13 ноября.